Утреннюю планерку со службами Сергей Сергеев начал с темы предстоящего субботника. Поставил четкие задачи по его организации. Записывайте. Первое. Список свалок. Второе. График уборки. Какими силами? С привлечением землепользователей, арендаторов, либо собственников, там, где расположены. По каждой свалке хочу знать, чья земля. Следующий вопрос. Группа, которую вы сейчас выделяете, подчеркиваю, под протокол, выдвигается на федеральные, краевые и наши муниципальные гостевые дороги и определяет места расстановки контейнеров. Двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка в Анапе продолжается. До майских праздников эта работа в числе приоритетных. Глава поручил в этот же день провести вертолетный облет, чтобы не распылять силы, а направлять их адресно. Посмотрим заодно и пляжные территории. От нашего взгляда ничего не исчезнет. Листвы нет, все будет прекрасно видно.